Отож, продовжуємо дійсно, і вже готові вам представити наших гостей, які нас і переодягнули сьогодні. Мастерська сладких подарків Олена Шагай, її маленькі помічниці Машенька і Дашуня. Вітаємо вас. Вітаємо. Здравствуйте. Вітаємо. Дівчата, ну ви просто чарівні, я вам хочу сказати. Не тільки у вас пряники чарівні, а й ви. Спасибо, нам дуже приємно. А ще нам засмущай, дівчата. Еще нам очень было приятно, что вы нас пригласили в гости в такой день. И так как мы мастерская, еще ну, гости же с подарками ходят, и мы решили Ой. Без исключения начать день вот как-то весело и это хорошо. Круто. Это для вас. Это реально круто. Да, чтобы вы всегда просыпались в хорошем настроении. Теперь я и знаю, вкусненько. Кто будет сладкие логотипы делать? Чай выпить. С чаем? Умничка. Кофе, да? Спасибо вам большое. Очень круто. Так, спасибо, ну, теперь девчоночки. Мы просто обязаны уже все и обо всем рассказать и расспросить у вас, как эти делаются печеньки, как что нужно для этого. Для этого нужно тесто. В любом случае, как, что за тесто у нас там? Что туда нужно? Тесто? А тесто надо смешать. Потом форму положить в духовку. И у нас еще есть пряности. Главное и мед. Положить вот так, в тесто. Главное мед еще. Мед. Угу. Да. Ага, это серьезно. А что еще туда нужно? Пряности. Какие угу. пряности нужны? Корица, гвоздика, имбирь, бадьян, да? Кардамон. Очень много. Но очень есть много. Секрет. Чтобы пряник был очень вкусный, волшебный, туда угу. надо добавить немножко ласки, и нежности. И пряники иногда волшебные. Даже так? Да. А что же волшебство? Что в нем волшебного? Ну, рассказывай. Я вот пока посмотрю, хорошо? Надо этот пряник съесть, и вы будете счастливыми, здоровыми, красивыми. Ну, и послушными, да? Да. Да, детки становятся главное. Еще и послушными. Откроем да. секрет. Вы понимаете, что я такой большой лось, как говорил да. Никола Пунов, а делаю вверх, это задом наперед. Ну, мне быстро все поправили, поэтому я теперь буду еще и послушный после этих пряников. Хотелось бы уточнить у мамочки рецепт примерно, как могут сделать хозяюшки такие прянички. Тесто. Знаете, как настоящая кулинар, у каждого свои секреты. Ну, я скажу очень просто. Мама подбирает, кому как нравится. Mm-hmm. Мы очень любим пряности, то есть корицы мы ложим много. А вообще это чешский пряник, медовый, рождественский. Так что мед, корица, это основное. Ну, там, mm-hmm. понятно, в тесто что-то, мука, масло, яйца, все это очень... Хорошо вымешивается и выпекается. Угу. Обязательно с любовью и в хорошем настроении. Это все, большой это секрет. Самое главное. Вот хорошее настроение, я так понимаю, что именно благодаря хорошему настроению. Вы тоже попробуйте сделать осенний листик. О, да, осенний листик. Отлично. Вот мы решили... Вы вот думаете, так... получится у меня? Ну, я думаю... Если что, я вам поправлю. Все, договорились. Так что все, давайте тогда. Мы сейчас начнем. Мы уже, чтобы сильно много не тратить времени, мы уже приехали с готовыми, выпеченными листиками. Есть. Какие красивые листики. Ну, красивые они сейчас будут еще лучше, да, Дарья? Да. Машенька, сделаем? Да. Давайте мы расскажем. Для того, чтобы начать для делать... Для того, чтобы начать делать листик, нам нужно обвести весь контур листика. Да. Вот так. Даже вот у нас краска есть, какая это... кому нравится. Да. О. Так, это мне. Спасибо, Машенька. Так, Люба, спасибо Давай. Тебе большое. Так. И нужно обвести контур, да? Только аккуратненько. Так, главное. У нас уже здесь... Да, да там уже есть. То есть очень все прорезано. Какой цвет кому давать? Девчонки, выбирайте. А вы же не просто так знаете, как правильно делать контур. Да, девчонки, ну покажите, как контур, а то я что-то теряюсь. Где же как его там карандашиком. Как карандашиком. Угу. Машенька, ты как умела уже это получается. А ты так красиво вводишь. Наверное, ты мастер-классы проводишь уже не первый раз. Да, я и детям помогаю иногда. Вот так даже? Да, кстати, детки очень любят не только пряник кушать, а его и расписывать. То есть, ну, как бы своими ручками все сделано, это все приятно. И есть даже детский центр, с которым мы дружим. Туда приглашаем наших друзей, все вместе сначала расписываем, а потом с чаем вместе... Пьем. И пряник едим. Ну, в любом случае, да. Так, что-то у меня примерно сейчас... Так, будет. Давайте возьмем побольше, может, или прорежем. Просто нам О. надо сделать вот такой контур аккуратненький. Что-то Витя вообще... Так, вот. Это листик, это вся проблема с листиком, вот. Ой, как мне нравится ваша позиция. Это вся проблема с листиком. Да, вот листик просто сильно... А вы постарайтесь. Спасибо, сейчас я буду
как-то... Так, вот Машенька, давайте будем другие добавлять цвета. Да. Смотрите, Дарья у нас выбрала желтый, ты коричневый. Так, а вот теперь контур, когда есть, мы начинаем вот так заливать. Кому как нравится, ага, какие цвета. Отлично, заливаем. Тянусь, я тебя придержу, давай. Чтобы у меня получилось красиво. Отлично, давай. Меняем цвет, потому что вот как... Какой, говори? Оранжевый. Все, смен, есть. Поменяли цвета. Вот почему нам нравится листики делать, потому что они очень красивые, особенно осенью, правда? Да. Девчонки, какие еще вам нравятся формочки? Потому что мы видим вот разные формы, не только листики. Что еще нравится делать? Мы умеем сделать и ангела. Ангела. Ангела даже? Да. На Рождество мы делаем много... Белый, оранжевый, желтый, что? Машенька, ты нам раздала шпажечки для чего? Чтобы растянуть листик. Ну, чтобы смешать аккуратно нежно цвета, мы, нам надо еще добавить пару цветов и залить полностью. Мы ничего не жалеем. Каким, кстати, чем мы это расписываем, Маш? Айсинг. Айсинг. Это называется айсинг. Он, когда подсохнет, он очень приятно Витя, тает во рту. Витя, сказали не жалеть айсинга. Он очень вкусный. А ты совсем давим... по-еврейски. Тихо. Мы вот. давим сильно, а потом все, что нам не нравится, мы плавно подберем шпажечкой или салфеточкой. Да. Дарюшка, давай я тебе помогу. Я тоже возьму, добавлю. Дырочка, да? Не прорезали, ага. Хорошо, вот. Да? Будешь сильно заливать? Да. Давай. Так что детки любят не только потому, что это вкусно, а еще потому, что это весело. Девчонки, я смотрю, у вас тут к Хэллоуину тоже тыковки всякие есть красивые, привиденечки. Так, это вообще такие случаи бывают только с маленькими детками или со взрослыми, которые очень сильно стараются. То есть, шпажка, пожалуйста. Витя, по-моему, ты сильно всерьез воспринял мое замечание. Нет, ну я хочу сказать, ну весело же, правда, ну согласитесь. Это в любом случае, друзья, весело. Зато смотрите, я не нажалел. Да, ну сказали, то есть... Вы только поверьте, но постарайтесь. Постарались, все. Попросили же, детки, чтобы ты старался, да, а ты? Ну старался очень сильно. Будьте поаккуратнее. Да, вот смотрите, мы сейчас ваш листик такой взрывной сделаем еще очень красивым. Да. Заливаем, уже не так сильно стараемся. И теперь самое главное, успокоит. А вы думаете, что еще попытку надо сделать? Я думаю, что все получится. Все я получится. Я шпажечкой пока поработаю, как делать правильно. Вот, вот давайте просто смешиваем цвета. Вот как художник, да? Как Дарья у нас любит говорить. Я художник, я так вижу, да? Ой, какая и хорошая да, позиция. Да, я так любит говорить. Да. Вот, и в принципе, какие проблемы? Вот я художник, я так вижу, да? Да. Дочь. Вот так, красота. Вот, заливаем дальше. Ой, масса вообще. Вообще, Маше надо желтый добавить. Леночка, хотелось бы вот у вас спросить. Вы такая активная мама, ваших деток, я думаю, знают не только у нас в городе, но и других вообще по стране, талантливые доченьки. Как вы успеваете все и пряничками заниматься, и мастер-классы проводить, и за доченьками смотреть, и так воспитывать их творчески? Ну, наверное, начнем с того, что мне это все нравится. Вы знаете, это вот детская жизнь уже во взрослом периоде. Это очень весело, когда это осознанно и... Ну, я не знаю, 2-3 детства не у каждого может быть. Хотя у каждого, просто не каждый об этом догадывается. Да, некоторые вот никак еще с детства не могут выйти, понимаете? Работайте, а не смешитесь. Смотрите, ну вот согласитесь, что... Да, вот смотрите, как красиво получилось. Да, вот мне пару штрихов желтого вот тут бы добавить, а то сильно ваш листик какой-то грустненький, вам не кажется? Ой, как отлично. Ну как мастер... Я бы себе немножко оранжевого добавила. Вот видите, каждый художник видит, как видит, да? Ярче. Вот так. Боже, какая красота, давай всем покажем. Ой, красоту ты. Ну я хочу сказать, что это... Ой. Вам надо по контуру постараться. Я старалась и не приколоться. Вот это, а я взял это и взорвал. Это просто из айсинга такой воздух, вы понимаете. Да, ну ничего страшного. Так ничего что страшного. У деток, ну, в принципе, у маленьких такое часто случается, да? Да. Ну, оказывается, маленькие все такие. Да, оказывается, и у взрослых такое может случиться, да? Не столько одним фартухом я сегодня начал. Да, и не только, я думаю, этим еще продолжим.
это еще не финал. Вот, зато теперь я очень сладкий, меня можно кушать. Да, вот видите как. Главное видеть положительную сторону, согласитесь. Да. Зато вот, у всех у вас какой тоненький слой, а у меня какой. А у тебя дорого, богато. Да. Да, маслом кашу не испортишь. Да, а в нашем случае айсингом нельзя испортить пряник, правда? Да. Дашенечка, ты так красиво рисуешь. А ты любишь разрисовывать прянички айсингом? Да. А еще мы его любим подкушивать, да, доченька? Да. Только что по Машеньке мы это заметили. Не, ну это лишнее, да, Дотя, которое не должно попасть. Все лишнее надо съедать, правильно. Вот, так, вот есть. Такая. Я здесь смотрю, у нас есть различные варианты. Это так. Китикион такой пряник. Боже, какая красота. Ну, это уже вы точно мастерицы, я вам хочу сказать. А это вот... уже не мой, конечно, листик. Не, можем. А у меня возник вопрос по вот этому прянчику, потому что это действительно очень красивый. И такой чувство, как вроде бы какой-то напечатанный прям прям где-то на пряничке. Нет, можно и тоже продать. Вот так. Мне нравится, ты понимаешь, не один я здесь еврей, оказывается. Мы с тобой подружимся. Не, ну понимаете, просто на восточные танцы нужны костюмы. Костюмы нужно покупать. Покупаются за деньги, то есть получается... И продавать то, что умеем делать. Поэтому детки начали с самого детства разрисовывать прянички. Да, то есть фактически мы работаем, да? В команде. У нас же мастерская сладких подарков, вот, подмастерье. По поводу вот этого, так и продолжим, прервали вас. Это принты и есть, да? Специально можно делать штампы. Да, специальная пищевая печать. Ага. То есть это специально делается, своя технология, угу. И потом это все красиво переносится, украсывается. Угу. Есть, отлично. Я смотрю, что вы делаете не только вот тематически, это, конечно же, зайчики, как всегда, актуальны уже в апреле месяце, где-то в мае месяце. Ну, почему? Если в доме растут два зайчика, это актуально всегда. А, это всегда актуально, я понял. Ну и, конечно же, хочу показать, это то, что на Хэллоуин сейчас будет очень актуально. Есть, показываю, то есть... Наши телезрители, если что-то, могут дома тоже сделать себе вот такие даже вкусные оформления. Ну что ж, есть, девчонки, давайте показываем результат, что у нас там получается. Результат. Потому что я смотрю, у нас уже скоро и новости будут, вот, а мы еще у меня рисуем. С новым днем получилось. Конечно, не идеал, но я старалась. Да, ну мой пряник, вот посмотрите, очень хороший, очень красивый. Нет, постойте, вот. Вот, выдала, постойте, выдала. Постойте. Машенька молодец, она не даст девите да, собрать. Как есть. Ну, что есть, то есть. Готовы вам показать. Мы, конечно, не так сильно торопились, и нам надо было еще время. У нас разные техники, то есть на это тоже надо, чтобы подсохло там что-то. Потому мы как бы, мы думали, мы надолго к вам в гости, потому мы очень медленно с детками, да? А мы продовжуємо спілкуватися із трьома прекрасними дівчатами. Для тих, хто тільки сьогодні... приєднався до нас, нагадуємо, що до нашої студії завітала мастерська сладких подарків Олена Шагай з її маленькими помічницями Машуні і Дашуні. Зробили ми вже наші прянички, можемо показати да, нашим телеглядачам, похвалити. Оформили, так. Показуємо. Давай, давайте показуємо. От наші листики, очень актуально, у нас така красива осінь, да? Да. Вот так, Дашенька. Осеннюю вот так. Красу мы сегодня яскрава забыли. У нас осень. Да. До речі, я бачу, в нас спільне щось є, і у вас щось спільне є. Ось це так. Називається почерк художника, да, наскільки я розумію. Ти розумієш, да, що ми з тобою вже все на одній хвилі. Так, до речі, зараз, коли ми спілкувалися у перерві, наступний рік буде оголошений роком Японії в Україні. І ви розповіли про те, що дівчата ходять на уроки японської чи японської школи. Що це, до чого да. Це, розкажіть? Можно я расскажу, да? Да. В Николаеве в этом году открылась японская школа устного счета, школа Сарабан. Угу. Вот деток принимают 4 лет, и мы решили попробовать. И, в принципе, нам очень нравится, потому что устный счет, то есть там дети больше знают, чем мама. Угу. Ну, факт тому, что, допустим, Маша, давай посчитаем на волшебных счетах. Допустим, 2 плюс 1 минус 3 плюс 5 плюс 4. Ответ? 9. Я подвис. Да. Дашенька, круто. А давай еще посчитаем, Даша. 2 минус 1 минус 1 плюс 5 плюс 5. Ответ? Сверху одна небесная косточка. Ответ? 5. Вот. Круто. Конечно. Я хочу сказать, что можно там двузначные, там 78 плюс 99 минус 44, просто маме будет сложнее это все контролировать, одно дело, когда ты
просто числа говоришь, а второе, когда еще контролируешь. Но нам очень нравится, мы ходим на занятиях с удовольствием. И, ну, логическое... Девчонки, ну вы крутые. Мало того, что такую красоту... На волшебным счетом считаем. Да, то есть... И даже можно представить. Вот представили и считаете, да? Хотите, мы вас научим? Давайте. Вот мы представляем счеты, да, детки? На этих счетах у нас вот такие косточки внизу. Небесные и земные. И вот мы начинаем поднимать. Вот давайте вместе посчитаем. Три. То есть мы подняли к небу три косточки. Минус два. Плюс пять. А минус я автоматически один. По калькулятору считаю, сколько это сразу будет. Да, вот потому взрослым тяжело перестроиться. Деткам намного проще. Плюс пять – это одна небесная косточка. Да. И что? У них воображение не засорено ничем, и им очень легко пальчиками это все косточки жонглировать ими. Опускать. Очень круто, девчонки, вы крутые реально. Я просто вами восхищаюсь. Мало того, что вы такую красоту умеете делать своими руками, так вы еще теперь считаете легко. Но я теперь точно знаю, что продавать пряники вы без проблем будете считать. Все, правильно, денежку. Спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Техник у вас очень много, как я вижу. Поэтому... И праздников тоже. Да, и праздников в году очень много, поэтому будем встречаться чаще, да? Да. Без проблем. Договорились. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что До новых вкусных встреч. Да, спасибо большое.